В барбершопе всегда торчит чувак, который даже не собирается стричься. Он здесь с 8 утра, а уже 6 вечера. Ты так и не постригся? Он сидит на диване, ему говорят, ты следующий? Не, мне норм. Иногда моя дочь говорит, я не могу, ты можешь. Никогда не говори, что ты чего-то не сможешь. Слышать, что ты говоришь это дочке, для меня очень важно. Черных больше уважают в других странах, нежели в Америке. Это интересно. О, это факт. Это факт. А теперь ребятки смогут говорить типа «Так сказал Леброн». Неважно, какое, по твоему мнению, ты имеешь влияние в Америке. Если ты афроамериканец, это все неважно. У людей от природы племенное сознание. Что может нас объединить, если придут долбанные инопланетяне? Барбершоп. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.